Друзья, всем огромный привет из Америки. И сегодня мы с вами посетим еще один русский магазин, который находится недалеко от города Сиэтл, ближе к Канаде. Магазин называется Евродели Лакомка. Очень по-нашему лакомка. Так что пойдем посмотрим, что там есть за ассортимент и что-нибудь да прикупим. Вот тут можно взять тележечки. И вот так выглядит магазинчик. Здесь разные колбасы. За 10,69 долларов. Ну, там, видимо, по весу. Там где-то 12 есть тоже. Такая маленькая колбаска 5 долларов. 10 долларов вот такая. Нам, кстати, надо будет типа такой какой-то взять, более такой, типа вареной колбасы для оливье. Вот, всякие сардельки. А здесь, смотрите, можно морковчу купить 8 долларов. И такое что-то маринованное, не знаю, или помидоры, или что. Пирожки домашние. На фету мы тоже брали, она очень вкусная. 21 доллар стоит за такую упаковочку. Икра красная, икра черная. Вот такая баночка икры стоит 33 доллара. 21 доллар сальмон. Потом черная вот такая маленькая икра стоит 125,99. Ого, вот такая вот маленькая баночка так дорого стоит. Смотрите, открытки, классно, даже открытки можно купить. А тут, смотрите, разные лекарства. Ой, даже мумиё есть, вот это класс. Даже есть йод, какие-то разные от кашля какие-то таблетки. Есть даже ножка. Барсучий жир. Вот смотрите, в банке 38 долларов. Сок алоэ 10 долларов. 3 доллара волная кислота стоит. Баночка вазелина 4 доллара. Еще такая упаковочка, смотрите, прям такая нашинская. Тут такой хозяин очень милый, приветливый. Смотрите, матрешки. Интересно. Самовар даже стоит. А вот даже матрешка. Мне интересно, это тоже продается или это просто как декор магазина? Очень интересно. Ребятки, смотрите, вот такие шпроты 3 доллара. Да, очень знакомая нам упаковка. Вот такие есть тоже шпроты 5 долларов. Мамочка огурчиков соленых 9 долларов. Кстати, нам для оливье надо будет. Хорошо, что снимаю и вспомнила. Тоже 9 долларов. 6 долларов большая упаковка, 14 долларов. И вот такая вот мешаночка вместе с помидорками 13 долларов. Такая за фирма. Магазин такой очень маленький, но все, что такое душе до боли знакомое, все есть. Малиновый такой джем 6 долларов. Черный слив 7 долларов. Печеньки к чаю 2 доллара. Вот такие вот в Польше мы очень сильно любили вот такие печеньки с такой прослойкой. Очень вкусные тоже. 2,50 получается. Ну и коровка. Вот такие печеньки к чаю очень вкусные. Вижу цены. Непонятно. А вот. 2,69. Из самого, из очень сильно любимого, это, конечно же, земля. Я ее в детстве называла земля, а это называется, забыла как, 7 долларов стоит. Вегета, большая упаковка, 15 долларов, 9 долларов маленькая. Здесь еще есть крахмал картофельный. Вот картофельный крахмал, 7 долларов. Сода 3 доллара, уксус 7 долларов, подсолнечное масло 8 долларов, 12,9 долларов. Ребятки, вот я что нашла, смотрите, семечки бабкины, вот это очень вкусные семечки. В том русском магазине, где мы обычно закупались, самые вкусные — это вот такой фирмы семечки. Но бабки, мне кажется, не знаю, очень вкусные. Гречка здесь стоит 8 долларов,
рис 4 доллара. Крупа овсяная 5 долларов можно купить. Горошек 4 доллара. Вот здесь гречка еще за 8 долларов можно. Кукурузная каша, очень дети у нас любят, 5 долларов здесь стоит. А это коровье. Наши старые добрые буратино 5.30. И, конечно же, вот такой вот тархун 6 долларов получается. Свекла 4 доллара. Томатная паста 4 доллара. Смотрите, а здесь прям такая аптечка растительная, очень круто. И разные специи. Давайте посмотрим примерно плюс-минус цены на вот такие всякие, ну, травы лекарственные. Это 5 долларов. Солодка, корень. Это вообще очень классная, классная штука. 5 долларов. Обычная ромашка 7 долларов. О, вот эту траву, которую я собирала в Польше, представляете? А, ну, она, конечно же, осталась и в Польше. Пижма 5 долларов упаковка. Ну и здесь вот еще, чтобы такое, ну вот сосна, мать мачеха, вот давайте, сосна 5,5 долларов, мать мачеха тоже 5 долларов, тысячелистник, очень хорошая трава, жаропонижающая и отхаркивающая, 5 долларов, я это все очень сильно люблю, нам травы очень сильно помогают по лечению простуды, вообще антипаразитарка, все это классная штука. Вот, кстати, полынь, смотрите, 5 долларов. Обычная крапива, очень полезная трава, 5 долларов. Я иногда просто вместо чая завариваю какую-то траву, и это очень полезно. Здесь холодильник с мороженым, очень вкусным, вот ценники. Здесь вот есть и дрожжи, и ванильный сахар. Повидло 8 долларов. Разные бублики, сушки 5,5 долларов здесь тоже. Потом вот такие пряники очень классные, вкусные к чаю. 4 доллара. Овсяные пряники 6 долларов. Прям милота. Это вот такие вот сухие сухарики. Просто 4 доллара. Вот такой вот брикетик, так скажем. Смотрите, какие маленькие я нашла сушки. Это просто прям крошечный размер. 4 доллара. Очень интересно. Надо будет взять попробовать. Здесь огромный выбор чая тоже. Смотрите, конечно же, и вам чай хочется взять. 8 долларов. Ну и разные вкусы, разные из чаев. И мята, и разные какие-то фруктовые тоже. 2,5 доллара цена. И пельмешки без спешки. Вот такой гранатовый сок стоит 8 долларов. Вот такой лимонад 3 доллара. Ну и разные-разные другие напитки. Наше лакомство 5 долларов. Такая упаковочка маленькая. Можно купить вот такого плана конфетки 4 доллара. Ну и к чаю или кому-то на подарок можно взять вот такие за 7 долларов. Это то, что я очень сильно люблю, это турецкий лукум, это просто моя страсть, это я очень сильно обожаю, с кофе, ну это отдельный вид релакса и отдыха. Здесь можно взять разные конфеты на развес, и вот очень простые и классные конфеты, которые я очень сильно любила покупать в Польше, это классные, я их обожала просто. Их можно дать детям, и вообще очень хорошая идея. Здесь разные вот такие вот подарочки за 19 долларов. Можно за 20 долларов купить для деток, очень по-нашему. Такой был поход в наш магазин. Благодарю вас за просмотр. Большой-большой здесь выбор, хороший магазинчик. Мне понравилось, что там есть большой выбор разных всяких лекарств и трав. Это
как нельзя очень кстати. Ну и выбор практически такой же. То есть все такое основное нашинское, там как гречка, там, я не знаю, тархун, все такое есть. Поэтому хороший магазинчик, хороший, приятный хозяин. Там, кстати, продавались такие матрешки. И матрешки там от 120 долларов до там 500 долларов. И кто-то здесь делает даже на заказ. Можно даже купить самовар, который к электричеству подключается. Действующий самовар, такой маленький. Интересная, в общем, такая атмосфера там своеобразная. Ну, маленькие магазины классные. Я благодарю вас за просмотр. Здесь очень шумная дорога. Вот такая трасса. Буду с вами прощаться. Жду обязательно ваши комментарии, что вы думаете про наш поход в магазин. Пока-пока. До новых видео. До встречи в Америке.